Opel Astra протаранил стоящие на Митевской магистрали «Жигули» 7-й модели. Машины остановились, чтобы пропустить переходящих дорогу пешеходов. Люди шли в неположенном месте, к тому же по краям дороги установлены отбойники. И не все водители ожидали увидеть там людей. В результате травмы получил водитель отечественного автомобиля, а пешеходы просто ушли. Анна Городнова знает подробности. Они поехали, а тут газет, походу, резко сюда взял, а она... Друг водителя отечественного автомобиля рассказал случившийся итог целой серии случайностей, которые наложились друг на друга. Все началось с пешеходов, решивших перейти Аметьевскую магистраль под мостом, где это запрещено. Несколько машин остановились, чтобы их пропустить, в том числе и «Жигули» 7-й модели. И через несколько секунд в них сзади врезается автоледи на «Опеле Астра». Она на телефон отвлеклась, просто вот доехала, видите, тормозная тут просто в последний момент. Стоящая машина увидела в последний момент, призналась автоледи водителю «Жигулей» и добавила, смуту внесла и «Газель», которая стала резко перестраиваться. Переведя взгляд с телефона обратно на дорогу, девушка, видимо, не успела сориентироваться. Да и начинать останавливаться надо было раньше, добавил второй участник аварии. Удар был такой силы, что у отечественной машины практически полностью смята задняя часть. Иномарка внешне выглядит чуть лучше. Автоледи, уверяет водитель «Семерки», свою вину признала полностью, но сама от комментариев воздержалась. В результате аварии мужчина жаловался на боли в позвоночнике, но медиков вызывать все же не стал. Вызвал эвакуатор. Его автомобиль, в отличие от него самого, самостоятельно передвигаться уже не мог. Анна Городнова, Нафиса Миниязова, Адель Мулахметов, вызов 112.